вводим препарат носиком вверх. И вот такими движениями незатейливыми формируем нашу носогубную складку. Сказать, что коррекция конюлей безболезненна, я не могу сказать. Но что она мало травматична, да. Эту инъекционную контурную пластику можно даже назвать процедурой обеденного перерыва, потому что будет только два вкола, если вы формируете носогубную складку. Если говорить о коррекции иглы и конюли именно в этой зоне, то, конечно же, конюльная техника, она здесь безопаснее, потому что в этой зоне именно конюля раздвигает ткани и не повреждает.